атмосфера, будет новая команда, только вас там Марик Сергей Семенович Садянин. Уже за 3 года сделано очень много, но как раз проходящий сейчас в Москве логистический форум, участниками которого мы с вами тоже являемся, показал, что, конечно, нужна стратегия. Нужна стратегия градостроительная, нужна стратегия транспортная, в том числе, если говорить об экологической стратегии, она передвигается, скажем так, с пути развития города. Поэтому сейчас, конечно, такая серьезная задача стоит перед нашим департаментом. Мэр поставил, президент России поставил задачу сформировать Российскую Федерацию новую экологическую политику. Поэтому мы в Москве тоже этим очень сильно озадачены. Работаем с экспертами, изучаем международный рынок, с учеными, медиками, жителями, в том числе. Жители очень активно участие принимают в формировании новой экологической политики. Но необходимо отметить, мы с вами сегодня находимся на территории пока еще промзоны. Я надеюсь, что в ближайшие 3-4-5 лет эта промзона преобразится. Наверное, таким пилотным проектом как раз по реконструкции и реализации промзоны. Сергей Семенович на градостроительном форуме отметил, что Москва – это просто индустриальный город. Это на самом деле так. Я думаю, что здесь очень много молодежи, пройдет совсем немного времени, и вы будете жить в совсем другом городе. И понятие в Москве как транспортном присадочном узле, либо в этом правильном городе, либо в прошлом, город станет комфортным для жизни, он станет здоровым и открытым для людей. Вот, наверное, основной постулат такой идеалистический, который в будущем все те усилия, те стратегии, которые в Москве сейчас будут приняты и действуют, к чему, к какому результату они должны привести. С точки зрения охраны окружающей среды тоже уходит только от формулы ее охраны. Говорим о том, что будущее любого мегаполиса, чтобы стать привлекательным, чтобы стать более чистым с экологической точки зрения, конечно, необходимо внедрять новые технологии. Мы готовы, Москва готова к внедрению этих технологий, у нас для этого есть все. И потенциал, и желание, и мы четко понимаем, в какой сфере и где какие технологии надо применить. Поэтому экология и экономика – это, наверное, та формула, которая в ближайшие десятилетия все это будет удорожать. Всех прогрессивных московских экологов мы говорим о том, что экологам надо становиться экономистами для того, чтобы экология и экономика, вот эта формула, она, скажем так, была реализована в городе. Я не буду сегодня ваше время сильно занимать, потому что у вас очень интересные спикеры, будут прочитаны очень интересные лекции, я думаю, вы все получите очень большую пользу, потому что я послушал, допустим, первый раз лекцию Яна Гейла, она мое сознание перевернула, несмотря на то, что у него за 40, все-таки считается, да, что уже мозги, наверное, не совсем такие гибкие, не совсем текучий ум, как у молодежи, да, но тем не менее, у меня в голове произошла революция. Я на свой родной город, конечно, совсем не вражусь, но я не могу. И хотелось бы, чтобы вы послушали эти лекции, эти выступления, тоже максимально пользовались его извлекли и поменяли, может быть, частицу своего мировоззрения, может быть, какие-то взгляды, потому что это очень важно. А нашим спикерам вам есть о чем рассказать, очень опыт,